Добрый вечер. Сегодня 18-й день, пари, часть президентом, отчетный блок. Сегодня провел встречу с моим товарищем и другом Валерием, который является пилотом парашютов, налетал много часов и может посоветовать технологию полета в сложных метеоусловиях. Но у него он практикуется именно на дальних перелетах, 100 километров, 300 километров. Смотрите в блоге. Валер, ну подскажи, пожалуйста, как ты рекомендуешь, если лететь этот весь маршрут, во сколько взлетать, как вообще лучше себя вести? Ну, лучше всего взлетать еще затемно, когда только начинает светать. Тогда спокойно до 10, до 11 часов можно лететь. Термики появляться начинают только в 10, в 11 часов утра. То есть спокойно это время можно лететь, а потом садиться и дальше продолжать движение, например, по трассе элементарно со скоростью километров 60-70 час она спокойно будет ехать. Вот, тем более у тебя подвеска автомобильная. Я на своем ездил элементарно километров 50-60 без всяких этих. А вот болтанка, по твоему мнению, летом когда лучше начинается уже такая конкретно для парапланерного крыла? Ну, в 12 уже лететь невозможно. В 12, ну, не, ну, как бы лететь, я летал их час, но просто это уже очень неприятно. И не то, что опасно, просто очень неприятно. То есть болтает так, что просто неприятно лететь становится совершенно. И садишься спокойно, дальше продолжаешь. В моем случае, какой лучше применять, по твоему мнению? Парапланерное крыло, оно в любом случае гораздо лучше летит, оно более летучее, оно лучше планирует, в нем, во-первых, безопаснее. Почему? Потому что у него, господи, как это, снижается оно, как летное качество у него намного больше, и когда летишь, например, на высоте там километр, у тебя запаса 10 километров, куда сесть. На аэрошутном крыле там всего 3 километра запаса, там, то есть у него снижение гораздо сильнее. Вот. То есть парапланерное крыло, оно лучше по всем параметрам, кроме одного, но не любит, ну, термиков. Также мы сделали фрагменты силового корпуса. Сейчас вот продолжаем выклеивать. Я выскочил на минутку, чтобы записать блог. К утру будет готова вся силовая конструкция для установки электродвигателей, подвеса, колес. Небольшой вывод до сегодняшнего дня. Мы заканчиваем корпус. Первое. Второе. Выбор пал полностью на использование более летучего парапланерного крыла. Оно позволит обезопасить себя. Ну и плюс поднять больший вес и с меньшей дистанции. Что нам и нужно в этот раз. Теперь всем пока. Доброй ночи. Лайкайте. Не забывайте поддерживать в соцсетях перепостами. А также, кто хочет, помогает нам дальше продвигаться вперед. Спасибо.